Маргарита, тебе не кажется, что Мотю уже пора искупать? What? Да, точно! Маргарита, неси шампунь, а Марья полотенце. Ну вот, напугали Мотю. А если он никогда не вернется? Мама, не волнуйся, я знаю, кто нам поможет. Полицейский. Нет, самый лучший полицейский. Oh, yeah! Алло, полицейский, у нас пропал котик. Как это в отпуске? Алло, алло. Что же нам теперь делать? Мы отправляемся в отпуск, то есть на поиски сержанта Цыпочки. Эй, смотри, вот он. Сержант Цыпочка, это вы. А помогите нам найти нашего Мотю. Я досказал, я в отпуске. Сержант Цыпочка. Я вас подосу. Ну дайте мне отдохнуть. Ну кроме вас нам никто не поможет. Ага. Смотрите, Цедаус полетел. Где? Сержант Цыпочка. Ну вот, тут они меня точно не достанут. Ну пожалуйста, найдите нашего котика. Я вас подосу. Идите домой и внимательно посмотрите. Может, ваш Мотя дома? Эх, спасибо и на этом. Ну, дают.